Ненецкий округ заканчивает год с профицитом бюджета. Закон об окружном бюджете на 2018 год и плановый период внесены 7-е с начала года изменения. Поправки, подготовленные администрацией региона, одобрены депутатским корпусом. Переехавшим в НАУ медикам установили окружные подъемные до 1 миллиона рублей. Соответствующий законопроект, инициированный главой НАУ, принят на очередной сессии собрания депутатов округа сразу в двух чтениях и начнет действовать с января 2019 года. 3 июня 2019 года НАУ полностью перейдет на цифровое вещание. Для отдельных категорий граждан оборудование для приема цифрового ТВ-сигнала предоставляется бесплатно. На сегодняшний день выданы 120 приставок. Время новостей на телеканале «Север», в студии Ирина Никишина. Здравствуйте. В Новый год с новым бюджетом депутаты окружного собрания приняли главный финансовый документ региона на 2019 год и плановый период до 2021 года. Доходная часть казны в следующем году составит почти 18 миллиардов рублей, расходная – 19,5 миллиардов. Таким образом, дефицит регионального бюджета будет 9,9%. Наибольшая статья расходов бюджета Ненецкого округа 2019 года – образование – 29%. Следом идут национальная экономика – 20%, социальная политика – 16%, ЖКХ – 11%, здравоохранение – 8%. Таким образом, 58% удельного веса объема расходов бюджета приходится на социальную сферу. Вместе с тем бюджет является программным. Расходное финансирование будет осуществляться в рамках 29 утвержденных региональных госпрограмм. На 2019 год бюджет развития составил 15,5% или 3 миллиарда 34 миллиона рублей. Обеспечено целевое финансирование бюджетное финансирование, в том числе долевое строительство 780,7 миллиона рублей, завершение строительства школы номер 3 на 700 мест по улице Авиаторов 744,6 миллиона рублей, реконструкция автодорог Наринмар-Искателей 260,4 миллиона рублей, Наринмар-Красная 115,8 миллиона рублей, строительство школы на 860 мест в поселке Искателей 193,6 миллиона рублей, строительство пришкольного интерната на 80 мест в поселке Каратайка 179,3 миллиона рублей, детский сад в селении 156,7 миллиона рублей, школа на 150 мест в поселке Индиго 102,8 миллиона рублей, котельная в поселке Искателей 126,3 миллиона рублей и строительство молодежного центра 99,4 миллиона рублей, а также строительство, разработка проектно-сметной документации других социальных объектов и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в округе. Особое внимание в бюджете региона уделено сфере АПК. Впрочем, как отметила законодатель Наталья Кардакова, работа по совершенствованию расходных статей в этом направлении будет продолжена непосредственно в следующем году. И очень бурно проходили обсуждения. Почему? Потому что этот год был объявлен годом оленеводства. Многое, как губернатор сегодня сказал, было сделано, но на самом деле еще много нужно сделать. И это и в том числе мы говорили о том, что несколько надо поменять структуру субсидирования для оленеводства, в том числе сам закон по оленеводству. Поэтому мы заложили как бы вот себе в план, что в феврале месяце, вот на ближайшей сессии, мы эти вопросы снова будем рассматривать. Положительное заключение на проект бюджета округа 2019 года и на плановый период до 2021 года дала региональная счетная палата. За его принятие во втором и третьем окончательном чтениях проголосовали и депутаты окружного собрания. Работа была сложной. Действительно, были жаркие дискуссии в обсуждении бюджета по всем статьям. Практически ни один распорядитель бюджетных средств не прошел спокойно. В каждой фракции свое мнение. Даже внутри фракции «Единой России» тоже у депутатов есть свое мнение, потому что все люди из разных отраслей, у всех свое видение, у каждого свои избиратели, у них тоже есть свои предпочтения. Но, тем не менее, мы пришли к общему мнению. Депутаты окружного собрания приняли поправки в закон Ненецкого округа о здравоохранении. Внесение поправок инициировано главой НАУ Александром Цибульским с целью решения проблемы кадрового дефицита в региональной системе здравоохранения. Поправки, принятые депутатами в окружной закон о здравоохранении, гарантируют предоставление компенсационных выплат медицинским работникам, врачам и фельдшерам, которые прибывают в округ или переезжают на работу в сельские населенные пункты региона и заключили трудовой договор с медицинской организацией.
Выплата предлагается установить в следующих размерах. Врачам, которые прибыли, переехали в рабочий поселок Искатель либо в город Нарьян-Мар, в размере 500 тысяч рублей, соответственно, с выплатой по земскому доктору она будет составлять в совокупности 1,5 миллиона рублей. Врачам, прибывшим и приехавшим всего в размере 1 миллион рублей, соответственно, в совокупности с выплатой земскому доктору она будет составлять 2 миллиона рублей. Фельдшерам, которые прибыли и приехали на работу в рабочий поселок Искатели, либо в город Нарьян-Мар, в размере 250 тысяч рублей, в совокупности она будет составлять 750 тысяч рублей. И фельдшера, которые прибыли для работы на село, в размере 500 тысяч, в совокупности будет составлять 1 миллион рублей. Еще одной мерой, направленной на стимулирование рынка труда в системе окружного здравоохранения, становится выплата стипендий студентам-медикам, обучающимся по целевому направлению от округа. Власти региона приняли решение выплачивать им стипендии. При этом ежемесячный размер стипендии для отличников составит 5 тысяч рублей, для хорошистов – 3 тысячи. Кроме того, документом утверждена возможность оплаты проезда студентов-медиков к месту учебы и обратно 2 раза в год и оплата за наем жилого помещения в месте обучения. При этом речь не идет о компенсации оплаты коммунальных услуг и иных обязательных платежей. Необходимо отметить, что договором о целевом обучении будут предусмотрены нормы, устанавливающие обязанность возврата бюджетных средств, предоставленных на указанные меры поддержки в случае неисполнения обязательств по договору. Возвратить средства в бюджет округа придется тем студентам-целевикам, которые не смогут освоить федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки, не пройдут практику, организованную медицинской организацией, не заключат с медицинской организацией трудовой договор не позднее, чем через 1 месяц со дня получения соответствующего документа об образовании и о квалификации, не отработают в медицинской организации не менее 3 лет после заключения трудового договора. Возврат бюджетных средств, затраченных на студента, придется осуществить и тем, кто будет отчислен из учебного заведения по собственному желанию без уважительной причины. В Ненецком округе избрали нового уполномоченного по правам ребенка. Им стала Галина Гуляева, которая до этого времени возглавляла окружной комитет по семейной политике, опеке и попечительству профильного департамента. Кандидатуру Галины Николаевны, ранее внесенную главой региона на рассмотрение депутатского корпуса, представил губернатор НАО Александр Цибульский. Галина Николаевна Гуляева на протяжении 16 лет непрерывно работает в сфере защиты прав и интересов детей, проживающих в Ненецком автономном округе. Имеет 2 высших образования – педагогическое и юридическое. Когда мы принимали это решение, мы в том числе исходили из принципа преемственности. Она поддерживается предыдущим уполномоченным по правам человека. Собственно, она и предложила ее первую ее кандидатуру. Более того, ее кандидатура предварительно мною согласована с уполномоченным по правам ребенка Российской Федерации Анны Юрьевны Кузнецовой, и также кандидатура Галины Николаевны в этом смысле поддержана. Также губернатор отметил, что Галина Гуляева обладает такими качествами, как ответственность, умение своевременно справляться с большим объемом работы, настойчивость и доброжелательность. И они позволят в случае поддержки ее кандидатуры достойно справляться со всеми обязанностями, возложенными на уполномоченного по защите прав и интересов детей. Галина Гуляева, в свою очередь, в докладе рассказала о своей работе в сфере защиты прав детей. За эти годы разработана региональная нормативная правовая база, регулирующая вопросы в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними. Успешно функционирует банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Проводится систематическая работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан. Число детей, которые воспитываются в учреждении, с каждым годом сокращается. Депутаты окружного собрания большинством голосов поддержали кандидатуру Галины Гуляевой для назначения ее на должность уполномоченного по правам ребенка. Путем тайного голосования «за» проголосовали 13 народных избранников, «против» – 2. После избрания Галина Гуляева принесла присягу уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе. Я, Галина Николаевна Гуляева, клянусь защищать права ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет. Избрание нового уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе прошло в связи со сложением полномочий Риммы Галушиной, которая в сентябре 2018 года была избрана депутатом собрания Ненецкого автономного округа. Ольга Русул, Антон Водряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Перспективы развития молочного животноводства в регионе обсудят на заседании сельскохозяйственного совета при главе региона.
Мероприятие запланировано на пятницу 21 декабря и пройдет при участии представителей всех предприятий агропромышленного комплекса НАО и профильных органов власти субъекта. Помимо данных о текущей деятельности и перспективах развития АПК НАУ, предприятия животноводства Ненецкого округа подведут промежуточные итоги в текущем году и расскажут о планах на 2019 год. Докладчиками выступят представители Ненецкой агропромышленной компании, СПК РК «Сула», СПК «Харп», а также Великовисочного, Омского и Пёрского животноводческих комплексов. Также будет затронут вопрос государственной поддержки агропромышленного сектора округа в 2019 году. Кроме того, начальник государственной инспекции по ветеринарии НАУ расскажет о состоянии распространенности инфекционных болезней сельскохозяйственных животных на территории региона. С 1 января Ненецкий округ переходит на цифровое вещание. Об этом сегодня сообщил главный инженер архангельского филиала РТПЦ Виктор Рюмин. Отключение аналогового вещания, согласно графику Минкомсвязи, будет происходить в три этапа. 11 февраля 2019 года его отключат в 7 субъектах, 15 апреля еще в 20. В Ненецком округе и оставшихся 57 регионах аналог будет отключен 3 июня 2019 года. Во всех точках вещания, их в Ненецком округе 15, 1 января 2019 года будут доступны первые и второй мультиплексы. Это 20 телеканалов и 3 радиостанции. Охват населения по Ненецкому автономному округу 1 и 2 мультиплексов одинаков. Он составляет на сегодня 96,33%. Сегодня в тестовом режиме подключен поселок Индиго. Напомню, что ранее было принято решение о том, что вещание будет организовано второго мультиплекса только для населенных пунктов свыше 50 тысяч граждан. Но сейчас на основе нового решения правительства Российской Федерации, благодаря ему, мы сможем распространить канал второго мультиплекса на всю территорию округа. Для отдельных категорий граждан оборудование для приема цифрового ТВ-сигнала предоставляется бесплатно. Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения уже выданы 120 приставок. Еще около 400 остаются доступными для выдачи. Получить их могут пенсионеры и нуждающиеся малоимущие граждане. Приставки, которые имеют телезрители, просто надо их перезагрузить, то есть включить режим настройки, и автоматически второй мультиплекс, если он есть в эфире, он будет уже доступен. Создание, развертывание цифровых наземных сетей, эфирную наземную трансляцию на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа осуществляет филиал государственной компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр. Сколько федеральных средств было затрачено на строительство всей инфраструктуры? У федеральных средств было затрачено порядка 275 миллионов рублей. Вот в здании, в котором мы с вами находились, да, вот вместе с оборудованием и, значит, с внешним оборудованием, оно обошлось примерно в 65 миллионов рублей. Кроме того, оборудование обеспечит передачу сигналов МЧС по точкам вещания, а также будет использование для улучшения сигнала сотовой сети. Аналоговая трансляция будет прекращена на территории округа 3 июня. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». Провожали солнце и встречали полярную ночь. В центре арктического туризма прошел этнографический праздник «Месяц большой темноты». Как оказалось, сумерки – это не повод для хандры. Открыли праздник шаманским обрядным танцем под звуки бубна, который, по легенде, разгоняет черные силы и помогает людям легче перенести темное время суток. Но на этом проводы света не закончились. Все гости перешли через тензей, который символизировал тонкую грань перехода от солнца к полярной ночи. Проходим под тензеем. Это у нас как бы проводы солнца. Мы провожаем солнце, потому что сейчас наступило время нга, темного бога, и он уже покровитель полярной ночи. Проводы солнца стал праздником, который окунул жителей региона в быт и жизнь ненецкого народа. Также гости узнали много интересного об уникальном явлении полярной ночи и о том, что она значит в жизни оленевода. Помимо магических обрядов, всех желающих ждали мастер-классы по выделке меха, установке чума и ненецкой борьбе. В чумах угощали вкусным бульоном и чаем. Любители экстрима могли покататься на снегоходах. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Современный слуховой аппарат от организации «Волонтеры Победы» вручили ветерану Великой Отечественной войны. В мае-июне этого года в Нарьян-Маре прошла акция «Красная гвоздика». Тогда участники волонтерского движения принимали пожертвования взамен на значки с изображением гвоздики. Собрать удалось порядка 40 тысяч рублей.
Есть. Хорошо, слышно. Есть. Ветеран Великой Отечественной войны Прокопий Торопов сам ведет свое хозяйство. Вот только слух сильно стал подводить. Шутка ли, 93-й год пошел. Плохо слышу. Вот это. Звонят иногда, вот там далеко у меня телефон. Я пока тут поднимаюсь, 3 звонка пройдет. Подойду, уже все, 2 еще. Уже. Вот. Обычные слуховые аппараты, которые предоставляются ветеранам социальными службами, с проблемой уже не справляются. Возникла необходимость в более современном оборудовании. Но эти аппараты ведущих фирм, которые на рынке сейчас самые востребованные, современные, они настраиваются под аудиограмму клиента и достигаются, ну, результат практически как, ну, слух, который был изначально. 9 мая активисты Всероссийского движения «Волонтеры Победы» запустили акцию «Красная гвоздика». На площади Марацей каждый желающий мог приобрести значок в виде гвоздики, символа Победы. Вырученные средства решено было направить на медицинскую помощь участникам всех войн и боевых конфликтов, на покупку лекарств, медицинского оборудования, реабилитацию. В этот раз согласился на помощь ветеран Великой Отечественной войны Ненецкого автономного округа Торопов Прокопий Павлович. Помощь на оказание слухового аппарата. Акция «Красная гвоздика» проходила в Нарьян-Маре впервые. Но на будущий год волонтеры намерены повторить положительный опыт. Также в течение 2 месяцев, мая и июня, они будут собирать пожертвования взамен на значки. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». Кубок Ненецкого округа по тяжелой атлетике прошел в Нарьян-Маре. Соревнования состоялись во дворце спорта «Норд». Участие в них приняли 20 человек, из них 18 – воспитанники «Норда». В ходе соревнований атлеты показали отличную физическую и техническую подготовку. Так, в весовой категории до 34 килограмм первое место заняла Арина Бугрова. Ее результат – 28 килограмм. Арина – самая юная участница среди женщин. В весовой категории до 48 килограмм первое место у Галины Подледновой. В сумме она осилила 110 килограмм, выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В весовой категории до 63 килограмм золото за Татьяной Гузенко. Среди юношей лучшими в своих весовых категориях стали Максим Ахунов с результатом 27 килограмм, Артем Бармич и Виктор Витрук. Они впервые выполнили первый юношеский разряд, а Максим Тарасов выполнил впервые третий юношеский разряд, показав хорошую техническую подготовку, выполнив все 6 результативных подходов. Остальные спортсмены подтвердили свои разряды, показав хорошую подготовку. Галина Подледнова, воспитанница Дворца спорта «Норд», показавшая отличный результат в сумме двоеборья, единственная спортсменка в регионе, которая выполнила норматив КМС по тяжелой атлетике. И, как отметил председатель Федерации Валерий Мартынов, для присвоения ей этого спортивного разряда обязательно необходим выезд на всероссийские соревнования. Последний раз команда НАУ по тяжелой атлетике выезжала в 2015 году на чемпионат СЗФО России в Калининград, где спортсмены из НАУ заняли призовые места и выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Такова информационная картина к этому часу. Новости можно увидеть на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска погоды – медицинский центр «Решма».